Многоплановая цель визита гостей из российского Ульяновска определила и суть встречи, состоявшейся в облсполкоме. Гости представляли как администрацию региона, так и деловые круги. Резервов для экономического взаимодействия немало, отмечали представители двух сторон. Участники встречи со стороны Ульяновска отметили высокий потенциал Брещины в развитии экономических, торговых связей, культурно-гуманитарных. Первый регион – регион колоссальных возможностей. Ульяновская область исторически очень тепло и тесно сотрудничает с Брестской областью. Новый импульс этим взаимоотношениям мы придали на выставке промышленности «Иннопром 2023». В дальнейшем мы проводили встречи на форуме регионов России и Беларуси, который проходил в Уфе. Сегодняшняя наша бизнес-миссия, которая широко представлена промышленными предприятиями нашего Ульяновского региона, я уверен, принесет очень хорошие и достойные плоды. Сегодня мы подписали здесь соглашение о культурном обмене, обмене туристическими потоками. У нас сейчас уже началась кооперация между 558-м авиационным заводом, который находится у вас здесь, в Барановиче, и нашим аэрокомпозитом, также Авиастаром. Это мощнейшее предприятие Ульяновского региона. Участники встречи пришли к обоюдному выводу. Для развития экономических отношений важно стимулировать бизнес, создавать условия для его успешного ведения. К тому же на мощной экономической базе значительно быстрее будут развиваться и культурно-гуманитарные, туристические связи. В рамках встречи в облсполкоме был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере спорта, туризма и молодежной политики. Делегация Ульяновска посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». У вечного огня были возложены венки и цветы от первых лиц. Также в программе российской делегации запланировано посещение ведущих предприятий Брещины и национальный парк «Беловежская пуща». Специальный материал о визите делегации из Ульяновска смотрите в программе «Итоги недели» в субботу в 19:30.